Что ж, мой проект называется «Команда бизнес-драйв». И перед тем, как сказать, что такое «Команда бизнес-драйв», я кратенько проговорю, откуда этот проект взялся, откуда у него растут ноги. То есть, есть такая система. Система называется «Бизнес-драйв». Суть – это способ ведения бизнеса. Суть этой системы очень простой. Работа как пространство для самореализации человека. Идея этой системы очень простая. Работа как пространство для самореализации человека. И когда вот под этой идеей заходишь в бизнес и начинаешь строить бизнес, то тогда принципы, законы и прочие-прочие разные штуки, которые обычно в бизнесе существуют, они становятся немножко другими. И вот эта большая-большая-большая система, о которой сейчас существует 41 видеоурок, выложенный в интернете, 41 видеоурок в среднем по 3-5 минут, общей продолжительностью 3,5 часа, который полностью описывает того, как построить бизнес, используя за отправную точку мысль «работа как пространство для самореализации человека». Теперь, то есть существует вот такая система. И под этой системой есть 6 проектов. У этой системы есть 6 проектов. То есть первый проект – это презентация. Презентация вот этой системы, которая идет раз в месяц, каждый четвертый четверг месяца в технопарке Академгородка. И здесь я в течение 4 часов рассказываю об этой системе, что это такое, как она работает, и показываю об этой системе. Значит, второй проект – это клуб «Терем», на которой мы сейчас присутствуем. Так как основная идея системы – работа как пространство самореализации человека, а под самореализацией понимается движение к мечте, то есть движение к чему-то глубинному и важному для тебя, для самого, то клуб – это место, где мы все можем встречаться, контактировать, рассказывать друг другу о своих проектах, поддерживать друг друга. И второй проект – это клуб «Терем». Третий проект – это называется «Сибирская артель». «Сибирская артель». «Сибирская артель» – это проект, вообще это питомник для выращивания бизнесов. Если здесь, допустим, в Тереме появляется человек с бизнес-идеей, и этот человек хочет ее воплотить в жизнь, то вот этот проект здесь, в «Сибирской артели», мы, поддерживая друг друга, превращаем его идею в бизнес. И это питомник для выращивания бизнесов. И это все строится, то есть все строится на основании идеи, ну то есть центральная идея – это система «Бизнес-драйв», работа как пространство для самореализации человека. Четвертый проект – это… Если здесь бизнесы становятся, то четвертый проект – это, соответственно, группа компаний. То есть это союз уже тех,